Приехала. Наконец-то. Малышка, где малышка? Малыш, иди сюда. Ой, здесь собачка. Ой, здесь собачка наша. Ой, встречает наша собачка. Да, узнала меня собачка. Ну, правильно, конечно. Собачка. Как не узнает, скажи. Ксюша к нам приехала. 3 месяца не было. 3 месяца тебя здесь не было. Почти 3, да. Почти 3 месяца. Да. Ну, как, доехала? Доехала достаточно хорошо, на самом-то деле. Хоть я ехала 4:40 с Краснодара, села я на автобус, который отправляется в 7 часов утра, и вот сейчас приехала спустя почти 5 часов. Дорога была комфортная, кстати говоря, да. Я обычно езжу с пересадкой через Темрюк, но сейчас я села прямо на прямой рейс Краснодар-Веселовка. Вот. Я рада, что я тут. Ой, а как мы рады. Вроде бы 200 километров, да, но вот такое как бы расстояние небольшое, но автобус идет очень долго, потому что он заходит во все станицы. Он заходил, куда он заходил? В Обинск, потом в Крымск, в Варениковку он зашел, в Старотитровскую, ну и через Синой, Приморский, потом на Тамани до Веселовки идет. Вот такой вот рейс. Сейчас солнце зашло за тучку. Ну, в принципе, так-то комфортно, но хочу сказать, что температура отличается Краснодар-Приморский, потому что ветер, здесь ветер. Там около домов немножко по-другому это ощущается. Как бы уже не жарко, понятное дело, но ощущения немножко разные. Пойдемте там... домой все, пойдем. Да. Малыша, малыша, малышок, пошли домой. Малышек. Ай, собачка. Все, домой. Ксюш, еще есть виноград? Да ладно. Еще есть и здесь, и там. Я забыла. Еще... Да, да, да. Так что еще будешь кушать, рвать. Угу. Вот видишь, сколько еще висит? Еще висит. Вот специально не убирала. Стремянку поставим, там вообще еще и много его. Ой, как у вас тут зелено. Это забыла. Это называется. Горчица. Это горчица, да. Насадили горчицы в этом году. Она полезна и такое настроение дарит. Розочки еще цветут, вон видишь, еще розы так, даже есть, вон, можешь да. посмотреть. Угу. Мы тут видишь все пока, ну, у нас вон, все в строительстве, ну потому что да. папа же на работе, он делает, когда может. Да. Он против, чтобы кто-то нам делал. Ну вот видишь, еще розочки цветут. Красиво, ой, мам, слушай, такая красота. Угу. Пахнут вкусно, розы.
Вот еще вот есть у нас петрушка, еще у меня есть, смотри, щавель. Как мне посоветовали, я его это золой, потому что его прям, знаешь, сейчас стали опять кто-то кушать. Угу. Картошка? Картошка вылезла. Вы знаешь, я ее вообще не садила. Она, знаешь, это с того года. Она, видимо, осталась в земле. И вот вылезла даже картошка. Угу. Еще луку везде много. Правда, вот мы пирожки стряпали, я его везде Да, будешь кушать. Пастись. Редиска еще есть. Иди посмотри, еще редиска. Редиска – это моя любовь. Редиска есть. Иди посмотри. Я помню, как мы весной, когда сажали, когда она уже созрела, я так рада. Я тебе не даю даже в дом зайти, что-то все по огороду вожу. Ничего страшного, это классно. Есть редиска. Ура! Вон, смотри. Так что вон, продернешь. Так, так. Вон. А, ой, вообще есть редиска. Здорово. Вижу. Так, ну, что у тебя вот хороший такой полисадник. Ой, не полисадник, а тепличка такая. Вот еще Тепличка. Маленькая редисочка, да, вон еще, вон, видишь, вылазит. Отлично, отлично. Так что продернешь. В конце ноября кушать свою редиску, но это могут позволить только жители юга себе такое удовольствие. Сегодня, так как суббота, проезжали когда Старотитеровскую, Синой, там же сегодня рынки, столько мандаринов продаются, хурма. Всякие там, вот что еще заметила, ну быстро, конечно, проезжаем, но масло продается. Ну, рынок Старотитеровский мы снимали, так что, кому интересно, можете посмотреть. Сином тоже мы снимали, как проходят у нас рынки, где мы закупаемся. Обязательно переходите по подсказочке, посмотрите. Я думаю, это, кстати, интересно, да. Потому что каждый раз, даже когда я оказываюсь на таких вот мини-рыночках выходного дня, я с большим удовольствием наблюдаю, какой есть ассортимент, что могут предложить фермеры. И сейчас уже как бы такие осенние овощи, фрукты, вот это сейчас надо все кушать. Вдоволь сейчас объедаться мандаринов, хурмы, вот. Я заметила, конечно, уже к осени все, вернее, к зимовке все подготовлено, виноград, вижу, подстрижен, все вспахано. Ну, чистенько, что могу сказать, под всеми деревцами чистенько, ну, радуются глаз, душа, что могу сказать. Работаем, отдыхать некогда. Да, без этого, к сожалению, не все люди понимают, тут не все покажешь, но делаю, я знаю, что у вас огромное количество по огороду, а если вы еще и ремонт затеяли в доме, ну, то есть... Дел у вас, конечно, куча. Когда ты все успеваешь, я не понимаю. Еще и видео снимаешь. Я монтирую ночами. Папа ругается, а мне хочется сделать, мне хочется показать, mm-hmm. чтобы уже днем заниматься другими делами. Mm-hmm. Ты же знаешь, я спать-то много не люблю. Mm-hmm. Я люблю рано вставать и поздно ложиться. Mm-hmm. Ну все, пойдем. Пойдемте. Папа. Вечером решили. Папа у нас инициатор жарки шашлычка в честь приезда. Вот. Днем, конечно, мы плотно хорошо покушали. Мама приготовила вкусный супчик. Ну вот папа решил, что вечером надо мясо. Обязательно. Мы всегда. Да. Какой-то праздник, у нас мяско. Сегодня приезд. Угу. Дочи. Тепло так сразу от костра. Очень здорово. Угу. Раньше, конечно, мы любили ездить в лес каждые выходные. Практически мы ездили на охоту, на рыбалку и за грибами, за ягодами. То сейчас у нас вот как бы такая зона отдыха в своем доме. Мы можем в любое время как бы, да, это все организовать. Вот это большой плюс. Да, это большой плюс, когда ты живешь в своем доме. Ой, а сколько ты всяких нам блюдов-то сейчас готовишь-то на костре? Блюд, да. Папа у нас очень любит шашлыки делать, каких только не, ну, разные. Да, он очень любит экспериментировать. Бывают такие вкусные, но бывает такое, как бы на любителя. Найдет в интернете. Вроде люди нахваливают, приготовим, что-то не то. Но сегодня, я его почистил. Но сегодня погода-то хорошая все равно. Ветра, самое главное, нет. Днем даже было плюс 10. Ну, солнышко. Ну, солнышко. Оно переменчиво, но было. Ну, извините уж, какой месяц? Тут через 10 дней уже зима. Во многих, то, что регионах уже снега там по колено, грубо говоря, да, а тут еще как-то. А ты еще вон в одних штанишках. Тогда! Да.
Вот так вот. Да нет, там холодно, же можно, наверное, на лыжах кататься-то, на севере, как ты думаешь? Кстати, надо узнать. Перми-то можно? Наверное, наверное, надо узнать, позвонить. Друзья-то ваши, наши. Да, вот чего-чего, вот мне здесь только не хватает. Я каждый выходный, ты же помнишь? Каждый выходный, да, практически утром у меня... В чем заключалось? Я утром встаю и в лес на лыжах. Мы же жили недалеко, да, от лыжной базы. На лыжах, кружочек, на лыжах, на свежем воздухе, да. Ну, тут немножко все по-другому. Тут ты целыми днями в Богороде работаешь. Точно. У меня здесь совсем другой, сейчас другая жизнь. Стиль жизни другой поменялся. У тебя не меньше, я думаю, физической активности, даже гораздо больше. Поэтому люди здесь и живут очень много лет, и в 80 лет они чувствуют себя такими крепкими. Вот. Они очень много вот именно посвящают в активности. Они очень активны. Да, у них надо накормить курочек в огороде, дома, хозяйство. Ну, в общем, люди здесь как-то не привыкли сидеть. 70 лет по 60 соток держат. Да, 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 да. Люди активный образ жизни ведут все равно. Ты еще не собрала виноград, который здесь вот висит. Надо было тарелочку принести. Кстати, надо тарелочку принести и пособирать. Так аппетитно, но мы только дома будем кушать, уже холодно. Что-то мы замерзли. Ну, да, конечно, было тепло одеться просто, но не так, как мы сейчас одеты. Лучок только не забудь. Да, все принесу обязательно. Вот. Ой, какая красота!